Необычная для современных читателей, но привычная для церковнослужителей XIX века, уникальная книга хранится в Государственном архиве Ульяновской области. Богослужебный шестоднев был напечатан в 1860 году в Москве в типографии единоверцев. Перед нами книга, про которую можно сказать, что ее можно прочесть от доски до доски, потому что ее обложки – это действительно реальные доски, обтянутые кожей, с тиснением когда-то была позолота, и потом вся эта книга закрывалась на специальные металлические застежки. И таким образом, конечно, такая книга очень высоко ценилась. Наиболее важные слова в книге выделены красным цветом. Несмотря на то, что эта печатная продукция относится ко второй половине XIX века, все в ней написано церковной вязью, поэтому неподготовленный человек ее прочтет с трудом. Какими путями книга прошла, через какие храмы, прежде чем попасть в архив, сейчас уже сказать трудно, но на ней сохранилась печать сызранского полицмейстера. Причем печать сажная, то есть черной сажей напечатана, поэтому особо тереть ее не надо, иначе можно испачкаться и повредить саму печать. К слову сказать, в архиве это далеко не самая древняя книга. Самая старейшая архивная рукопись датируется 1599 годом. Но лишний раз архивисты стараются ее не тревожить, берегут. Ирина Антонова, Руслан Баталов, Даниил Сурков. Новости Ул.Правда ТВ.